Книга «Открытым оком», третий том, тема «Молитва», вопрос 1060. «Как установиться умом в присутствии Божием?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Колоссянам 3:23. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека». Псалтирь 55:14. «Ибо Ты избавил душу мою от смерти, очи мои от слез, да и ноги мои от преткновения, чтобы я ходил пред лицем Божиим во свете живых». Бог есть Дух, и нужно всегда представлять всюду Его присутствие. Это не просто даже для опытных христиан. В этой области накоплен определенный опыт. Опыт – напоминание в виде упреков. «Христа на тебе нет, все мы умрем, да не в одно время. Бог видит правду, да не скоро скажет. Без Бога не до порога». Феодора Цареградская по наивности своего ума была обольщена тем, что ее соблазнитель сказал, что Бог видит только во свете, но не в темноте,